Всем привет! С вами снова Зебрали. Сегодня мы посмотрим обзор программы MSCART, в которой я делала это видео. Поехали! Я снимаю третье видео из недели влогов. Вот я снимаю его с сестрой, сейчас мы с ней поменялись лицами. Это вообще смешно. Ну, давайте, поехали! В этом приложении можно менять лица как хотите. В данный момент я сделала какого-то песочного человека. Честно говорю, смотрится это страшно. Поехали, посмотрим других героев. Допустим, сейчас я рысь. Мне, по крайней мере, идет. А сейчас я какой-то непонятный. Я не знаю, как это можно назвать человеком. Сейчас я сделала себе вот такой цветочек. Сейчас я вот такой вот дядя. Дядя. Сейчас я вот такой вот бородатый старичок. Да, старичок такой я бородатый. Да, сейчас я вот себе лица разные подставляю. Ну, давайте прокатимся по кругу. Не грусти и не бойся идти. Путешествие ждет. С вами была Зебра Ли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока. Все это.